тесно. Длинный коридор. Я чувствую, здесь пахнет кобальт. Что это дело, когда я беру у монстра? Можешь перевести? Спасибо. А сколько у этого буля? 1 хп? Да. А, как только ты взял монстра, ты можешь его сбросить. То есть, да, вынул кого-то, не понравилось, выбросил. Очень хорошо. Ага. Монстр. Нам не это нужно было найти, кстати? Нет. Секретная лестница? Нет. Монстр. Рыцва. Ну, этого можно не сбрасывать, выбирай. Да. Вам еще один рыцва? Ну? Уже ж... Да ладно, у нас такие. Ну, они вроде да. Грызут просто на идее. Как я далеко оказалась, может мне в эту сторону лучше двигаться? Да, можно. Может, а вовсе встретимся. Я надеюсь. Так, Рецварм, но он просто подходит ко мне. Угу. Все. Так, вот это я дальше всех, да? Так. Ну, я могу стрельнуть в этого и пойду исследовать сюда. Нет, ну, ты, может быть, стрельни лучше вон в того. В этого? Да. В крысу. А ну, в принципе, я с Гулем, наверное, вы тоже разберетесь. Если я в Гуля выстрелю. Да, на самом деле, я... У меня есть Lens of Faith. Нет, если мне повезет, я убью и Гуля, и Red Swarm. Нет, тебе не повезет, потому что Гуля убью я. Да ладно. Какая разница, все равно за двух монстров одно сокровище. Все, я не буду никого убивать. Ну, согласна, я могу эту крысу стрелять. Меня полечили на единичку, на двойку ляснули. Стреляй в крысу. Хотя нет, до Гуля я так не достану. Не, наверное, до Гуля я так не достану просто. Мне придется погодить. Чем я буду? Within one tile of you. А я как раз стою не очень удобно. Пойду сюда. Я же дойду. Раз, два, три, четыре, пять. А я могу также, кстати, не доходить. Зачем? Там монстр еще выскочит. Я могу из любого конца тайла эксплуатировать. А так энкаунтер? И стрельну в крысу. Я не попала в крысу, судя по всему. Думаешь, у меня 12 всего. Ну, у меня плюс 4. А. Не попало. Ну ладно. Так. Энкаунт? Ты ж не. А, ты ж можешь эксплорить. Блин, ну вот я так и знала, что я с вами встречусь, но не сразу, если что. Так, а черепок это что? О, агробик. Черепок ничего не это значит. Это опять таких компаний. Агробик? Агробик это, он в каких-то особых, по-моему, компаниях используется, но мне он так нравится, что я их колдую во всех. А. Можно его открыть вместо, ну, как за стандарт экшен, вместо атаки, да. И там может а быть ловушка, может быть, закрыть. Не знаю, мы таких еще не... В одном из таких. В каком-то приключении, я про него не знаю. Потому не что это плохое, я думаю. Смотри, ничего хорошего. Надо на волю бросать. Так, белый. У меня есть что обменять на... Не, у меня такие обилки, что я их не буду менять. Мне тут... Вот так, да, не буду я их менять. Я достану монстра. Drawhouse Guard. А, ладно, у него один хп. Это хорошо. Я люблю монстров с одним хп. Мне главное стать к ним вплотную. Потому что Stranger. Потому что у меня вот... Может, у меня вот. Я очень люблю ее, эту обилку. Ничего не надо кидать. Кто стал вплотную, откуда-то, видимо, ковырнула ножиком или ну, что. Ну, это как ты круче, чем дрись просто идешь. Да. Так. На этом все, да? Нет, на этом ходит Drawhouse Guard. Ну, в общем, да, в следующий раз-то я его убью, конечно. А пока он меня атакует, да. Попадает. Падла. Один хит, ладно. Один хит? Да, целый один хит. Так уже скрипов нет. Ладно, я тоже буду следовать. Потому что, чтобы атаковать Гулем, надо подойти. То есть мы... Это вот тайло лучше выйти. Да, я понял. Мы все-таки разделимся, да? Два. Сюда. Энкаунтер. Гробик, гробик, я люблю гробики. Так, сначала монстр. Скелетон. Твой скелетон. Скелетон. Запакован. Ну да, их так лучше хранить, они хрупкие. А у нас там все в перемешку валяется. Так, и энкаунтер. Грей Оуз.
Attacks, attack the active hero. Серое озя? Да. Что-то мне это делает. И он не остается, да? Он просто типа такой ударил и убежал. Падла. Я попал. На 3 дамага. Так, один. Я вспомнил, что у нас есть эти штуки. Пока стол новый. Так, у нас. Они на столе и валяются, да. И я теряю корни. Одну трежер карту. Обалденно. Ози, да. Серый Ози. Так, и если герой рядом, он атакует. Если в пределах, он двигается к нему и атакует. С помощью слайса. А слайс — это плохо. Скимитар лучше. Он типа чаржится, походу. Пошел исследовать, называется. Но он промахивается, слава богу. Вот, и срабатывает фаертрэп. Взрывается. Ходи. Жесток. Говори. У меня осталось 3 хитпоинта. Ну ничего. Жрец! Ты молишься не тем богам! Я чувствую, мне придется использовать Healing Word. Целебное слово. Гулю? Да! Думаю, ты его... Да, я по нему попадаю. И убиваешь? Да. Поздравляю. Но тут начинается самое интересное. У меня клиф. Если я попал... Я двигаюсь к открытому монстру. И атакую его. Клёво. Интересно. Клиф, это хорошо. На единичку. Он не хватит. Он умирает. Поздравляю. Сокровище, да. Так, you gain plus one speed while this item in play. Boots of striding. А вот это чей? Кто их контролит? Он. Он же должен был ходить. Они ко мне должны были прийти, наверное. Ну да. Атаковать, да. Ближайшему идет. It moves to closest hero tiles and attack each hero in the tile. Ну with давай. With a multitude bites. Давай, кидай. Все. Попала, да? На единичку. Тебе многовато ли хитов тут? А у меня второй уровень уже. Точно, я пропустил. Exploration. Exploration. Доставай. Так это. Белый. Монстр. Кто же там? Кобальский Миша. Мне нравятся эти пацаны. Я опять могу взять себе обилку, да? Это сокровище, да. Вместо Boots of Striding. Интересно, стоит это того? Конечно, нет. Ну, смотри сам. Ну, давай, наверное, так и сделаем, мне понравилось. Ну, прикольно же, да. Страйк Брута. Или ой, брутальный удар. Это кобальт, кобальт. Кобальт, это кобальт такой. Мне интересно, а хилинг страйком я могу себя учить или нет? Лечить, наверное, да. Там, if you hit, choose one hero within one tile of you. Ну, наверное, подразумевается, что все же нет. Не знаю. Может и нет. Описание, use mighty foreign, heal a nearby companion. Ну да, это that hero, наверное, нет. Он в одном тайле от меня, поэтому он метает в меня джавелин. Из угла. Точнее, за угол. Один. Оно и видно, что за угол. Косой, косой. Косой, ящерка. Так, ой. Все? Скрежет. Так, ну да, энкаунтера не было. Я
беленькую обменял. А, кобальт ходит. Кобальт походил, промазал. Да. Давай, атакуй. Ну, я иду сюда. И атакую его, как ни странно. Да. Хотя нет, надо было сразу. Скелетуна 16. Не помогло бы. Увы, эксплор. Ой, сейчас интересно, куда нас завернет. Может, и в тупик даже? Ну, выходит, тупик. О, тупик. Так там по-любому да. Тупик. Не, могло, чтобы здесь было открыто. Поставил. Вот. Ваш монстр, Кобальт Скирмишер. Великолепно. И ваш энкаунтер. Treasure Chest. Кидай двадцатку. 9. Take 2 damage. Жалко. Это был мимик, видимо, не так же чисто. So much for the treasures. Давай сюда кобальта. Здравствуй, кобальт. То есть они точно косяками ходят. И он тоже... Гнездо кобальта. В Ашардалоне мне нравится, там открывается еще дополнительный. И он промахивается чудесно. Дополнительный. Так, мой ход. Значит, я заюзаю вот эту item. Item. Всегда забываю, как оно произносится. Item. Угу. И если мне повезет, я их завалю, и при этом это даже не будет считаться атакой. По-моему. Все нет, вот это. Можешь? Вот это вот. Эликсир. Вот это вот. Он your tile, да. Чуть не перепутала. Вот как раз не все в моем тайле. Так Necklace of Fireball точно так же работает. Только, нет, только он еще он дальше. Это, и он Institute of Attacking, а это не считается атакой. Точно. То есть я еще свалю и открою гроб. Я очень люблю гробы в этой игре. Там, конечно, часто ловушки. 10 плюс 5, 15. У Red's Farm 12, ну, вот, видимо, попадаешь по нему. А вот дроу нет. А, она ж... а тут each. Значит, в смысле не... О, в смысле я сейчас второй раз кидаю, да. Получается. Давай. Все, все сокровища возьму еще. За крысу. С крысы выпало сокровище. С крыс. Их много. Ага. Your energizing hero regains 2 hit points. Если кто-то ко мне подойдет, я могу к того... Хотя я могу себя подлечить, на самом деле. Давай тебя второй. В общем, разберемся. Ладно, я пока да. Пока будем добивать кого-нибудь. Я надеюсь. Я очень надеюсь. Денечки не хватило, да? Ладно. Или мага рядом. Маг дает единичку к атаке. Не, на самом деле, ладно. Я тогда все-таки вот это использовала, да? Носка not count. Это ушло в отбой. Я тогда использую свою стандартную обилку и его все-таки добью. Обойдусь я без сундучка. В общем, его откнуло ножичком. И убежала. И убежала эксплорить тогда. Только не сюда. А, понятно. Да, вот сюда. Я надеюсь. Вот туда. Вот, славненько. Монстр. Да. Эпил. Кто тут зомби? Давайте мне зомби. Сундучок. Не открою. Ну ладно. Зомби? Я потом посмотрю, что я не открыла. Наш зомби? Да, ваш зомби. С крылышками, да. С какими крылышками? Ну, карточка. Мышинами, ну, в смысле. Не, летучие мышины. Я зомби не брал, на них места не хватило. Кому они нужны, зомби? Так, Within One Tile. Moves, Adjustment и Attacks, падла. В этом Ван Дес. Пришел и атакует. 3! Они, кстати, выгодно отличаются от других зомби. Способности. Ну, он пока что далеко шел. Уровня. Да. Толстая. Толстая, как неизвестно кто, по-моему, да, как ДНД пятым. Ну, 30 хп или сколько. Все? Да. Да. Ну, значит, я использую Healing Word и восстанавливаю себе святым словом 4 хитпоинта. Переворачиваю это. Полезную вещь. Так, у меня было 3 плюс 4, 7. Значит, у меня один урон только. Круто. Боепоп крут. И... А мне, кстати, нет выбора. Мне придется бить хилинг страйком, но полечить некого. Ну да. Крещи там что-нибудь. Как там? Замородина! Слабовато, Мородин. 15. Не попал. Мородина тут нет. Раз, два... А ты можешь хотя бы в эту сторону пойдешь, под всех далеко не уходить. Или вызови энкаунтер, не знаю. Не, я кажется... хочу стайлос от этого. Так что вот это совсем. Нет, лучше не уходить от него. Я забыл. От него лучше не уходить. Потому что иначе он тогда бежит. Да, чаржится. В одном тайле с ним стоять. Да, и наносит. Потому что если ты за тайл уходишь, он наносит два урона.
Ага. Сейчас вот он откроет там то, что надо, придется всем туда бежать. Да? Сейчас посмотрим. Нет. Лаборатория! Поздравляю. И что там? Ну как? Там босс? Что? Там босс. Приятно было работать вместе. Это да. Так. Так, монстр. То есть лаборатория была вот прямо за углом. Да. Монстр ты не вытаскиваешь. А найди мне нам Клака. Клака Кобальт Сорчера. Бабулька такая. Здесь Клак, он дебон. Он действует на фазе каждого игрока. То есть надо каждому передавать эту самую карту. Да. Лаборатория. Вот тут у нас артефакт на столе торчит. Нам нужно убить Клака и развалить артефакт. У артефакта армор 15 и 5 хит-поинтов. 5 хит-поинтов? Да. А у Клака 6 хит-поинтов, а армор 14. А там еще кто-то? А, артефакт. Артефакт? Ну да, артефакт не дерется, наверное, кстати, я сейчас почитаю. Не, просто да, просто его уничтожить. Артефакт не дерется, дерется только Клак. Так, ну да, твоя виллинг-фаза будет, так что изучай. Так, если Клак на тайне с неисследованной фигней, достаньте из-под низа и положите. Положите там рядом тайл. Где сюда куда-нибудь, да? Да. Не, давайте сюда. Положите, ну, чтобы тупика тут не было. Положите туда монстр. И энкаунтер. Орк Драш. О, боже. Поставьте его сюда. Я поставлю. Какой красавец. Да, так, нет, энкаунтера нету. If Clark is on tile with the hero, он атакует, это понятно. Если с монстром, активирует монстра. Иначе телепортируется, поместите его на ближайший тайл с неисследованной клеткой. Ну, он так старт тайл с неисследованной клеткой. То есть он пока стоит. Он получается стоит, да. Можешь его туда телепортировать, конечно, подальше. Ну, нет, походу он остается стоять. Хорошо. Ну это он действовал, короче. Угу. И он переходит туда. Будешь ты активировать его. Потом. И, в общем, Клак. Оттуда донеслись крики. Сюда! О, орк драдж. А, нет, тут много кобальдов. У нас тут свои. Ты должен победить их. Уизин он тайл. А наискосок не считается. Нет. Поэтому не уизин. Он не уизин. Мувается на один тайл. Ну да, на соседних рабочих. Так. Ну и скелетон. Подбегает. Что? Я зря от него уходил, кстати. Да. Ты же говорил об этом, что от него не надо. Не-не-не. В смысле, надо вообще совсем рядом с ним стоять. А-а-а. Ну да. Падла опять чаржится. Ну вот так бы мы открыли бы там. Чарджинс. Да. Было бы лучше. Ну ладно, так наверное. Он не попал, наверное. 15. Да, было бы гораздо лучше, смотри. Не попал. Прийти. Я отбил его своим могучим щ... У меня там есть щит? Булавой отбил да. его, да. Своей могучей отбивной. Все. Хватит. Ходите. Ходи, Драгонборн. Бежим от них. Я выбираю монстра, который стоит рядом со мной. А нужно убить и ее, и артефакт. Да. Его. Это бабулька-мальчик. Начинаю размахивать топором, видимо, изображая вид, что по мне очень легко попасть. Кобальт радостно бежит ко мне. Я его приманиваю, короче. А, понял. Бэм, и он умирает. Да, плюс 8 на единичку. Понял. Мой кобальт. Погиб. Полежал. Magic Sword. Бонус то атак ролл, adjust monster while this item on play. Вот так вот, вы говорите, нет магии в этом мире. Есть, только она хаотична из-за вот этой бабульки-мальчика. Нет, магия у меня, магический меч. Отлично. Я вот так гордо засовываю себе за пояс. И бегу в том направлении на 5 клеточек. Окей, 1, 2, 3, 4, 5. Ну да, ты меня не обманывай.
Если ты больше ничего не... в смысле, да, это ты походил, побежал, все, да? Да, монстров не контролируют. И типа, когда тайл кончается, все, да? Клак! Ну, мы просто деремся с ним, да. То есть дальше нечего открывать, мы просто... И в клак из инвентаря... Прибежали и гасим босса. Давай. И монстр туда. Открывай, ложи. Да, окей. Какой? Хотя, на самом деле, не знаю, если монстр, то какая-то... В смысле, если дальше обилка его Бориар, действует... Бориар, скелетон! Наверное, если дальше действует его обилка, оно все равно вынимается из колоды. Ну, походу, да. Думаю, да. Он, получается, бегает по подземелью. Да, бегает и все открывает. Нет, но он должен стоять на NX. А он телепортится. Читай дальше. Он потом телепортнется. Ублюдок какой. Так пусть туда телепортируется. Подальше, мне кажется. Так, is on a tile with an explosion. Draw a tile from the road, да? Tile stuck. Что ты наделал? Все. То есть вот пока это так. А, это потом он, наверное, телепортируется. Да, да, это потом. Все, то есть он по очереди это делает, значит. Вначале он открывает, потом телепортируется, потом снова открывает. Нет, он телепортируется на следующий ход. То есть он либо открывает, либо телепортируется. Смотри, здесь условия, да, то есть условие номер один. Клак на тайле с Action Explorer. Да. То есть вот оно. Понятно. Да, да, да. То есть он по. То есть он не на тайле с активным игроком. Он не на тайле с монстром. Мы поняли. Да, так и есть. Действие за скелета. Да, клак, территория. И передавай мне. Да. Так. Действует монстр. Да. Скелет. И взывает скелетон из within one tile of hero. It moves adjustment to the closed hero and attacks that hero with an X. Но он не рядом. Warrior скелетон moves one tile towards the closed hero. Сюда лучше. То есть лучше, чтобы он вместе с ними стоял или как? Да, потому что иначе он активизирует на свой ход. А, все, вопросов нет. Все? Хорошо. А что это вы подыгрываете себе? Нет, он не сюда идет. Сюда? Конечно. А он не может на сюда не может. Нет, сюда идет почему? Клаку идет. Почему? Почему? Ну, они же хотят победить, это же мальчики. Они не могут не хотеть победить. Они тупые зомби. Да ладно, как хотите, все. Окей. Сдался мне этот кобальт, я пойду просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще раз хожу. Ты говоришь, зря, я вон с того магический меч снял. Кстати, когда я могу обезвреживаться? В конце хода, в начале хода ловушки. Вместо атаки. Это вместо атаки. А, значит, я просто иду. У тебя ничего дополнительного не написано. Она срабатывает в конце моей фазы. Ты можешь сюда встать просто. Оставь, все. Да, вот все. Ну, если встанешь, потом тебе просто дай. Кобальт ходит. Он двигается, наверное, на следующий тайм. Да. Да, не показала. Одинокого кобальда. Одинокого кобальда. Так, и он телепортируется в тайл. Пускай сюда пойдет. Кобальд твой. Кобальд. Ты как он странно все, он куда-то убегает, непонятно, не защищает артефакт. Исходя из вашей логики. Мне кажется, это неправильно. Неправильно, но тем не менее. Он должен просто артефакт уничтожить или его победить. И его другое. На самом деле, чтобы не множить монстров, можно действительно, чтобы они шли к нему на самом-то деле. Надо множить монстров. То есть он, да, потому что так он активирует этого, а так будет тут какой-то новый. Но это все, в принципе, не почему? Сразу. Он телепортировался и все, в принципе, он, я согласна. Он и открывает, и телепортирует. Ну, это по очереди, он не одновременно это делает. Ну, смотри. Он с Unexplored, он Explored. Он открывает. А это уже потом, это первое условие, оно уже не соблюлось. Соблюлось otherwise. Все. Подожди. Он стоял тут. Ну хорошо, он телепортировал. Я имею в виду, если он будет с монстром... Все. Смотри, если он будет на тайле с монстром, мы идем на тайле с монстром, и там будет не следованные края. Работает что-то одно из этих четырех. Ну тогда он открывает монстр. Нет, тогда он сейчас телепортируется. Нет, сейчас он телепортируется. Да, и все. И все, пока что. Я говорю, если там монстр бы стоял, он бы все равно сначала он открыл. Ну, типа же, как следуемой зоне. Он все равно бы открыл сначала. Даже если бы монстр тут с ним стоял. Не, если бы он стоял тут, он бы активировал о этого монстра и не телепортировался. Ну да, мы скоро но если... погибнем. Ладно, неважно. Ну. Я имею в виду, если он будет стоять с монстром в тайле с неисследованными краями, он все равно сначала будет ну, это края. Да, да.
и множить монстров. Это да. Но если он будет стоять просто с монстрами, он не будет телепортироваться, соответственно, не будет открывать. Но он активирует монстра, а потом телепортируется. Нет, он не будет потом телепортироваться, если он уже активировал монстра. На следующем ходу, я имею в виду. Ну, это на следующем. На следующем она вот раз, два, три, четыре раза за круг. Он действует. Ну, да, говорю, но все равно одна из четырех убила. Понятно, неважно, что ладно. Одна из четырех. Хожу я метким каким-то, видимо, пинком под ребра убиваю зомби своей любимой атакой. Знаете. Открыть гробик не можешь. Ну, фиг с ним, с гробиком. А вдруг там босс вообще всего данжа выйдет? Там такое и есть. У меня еще один potion of healing. Ну, не настолько же. Как вы там, все более-менее с хитами? Тогда себе подлечу два. Раз уже это же просто Dignity of Hero Fate, да? Да, еще можешь подлечить. Ну, пока хватит, наверное. Хотя, с другой стороны, что их экономить? А с другой стороны, мало ли на что. Ай, не надо. Потом вот в конце игры идешь, там у тебя целая сумка зелий бряцает. Не, ну у меня только одно зелье, поэтому... Отдаешь их по одной копейке. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Как этот ходит? Кто это? Он как просто он ходит? Ходит на тайл. Если он визин, так... то он как будет ходить? То есть, мне есть смысл к нему в тайл становиться? Нет, тогда ты получишь атаку. А если вот здесь, то он просто ко мне подойдет, да? Славненько. Он не чаржится, пап. Славненько. Вот для чего он от того. Значит, я вот так и сделаю. Вот тот чаржится. Двигай. Открывай. И монстр. Он тоже открывает. Это? Ну, не важно. В принципе, действительно не важно. Воин. Скелет воин. 17 АЦ, охренеть. Энкаунтер. Надо мне просто стать к нему вплотную. Энкаунтер действует? Нет, уже, не знаю, я не помню, просто по правилам, когда босс выходит, он обычно энкаунтер уже не того. Так, и он действует, да? Двигается к нему, получается. Мусс, он топает никуда. Сюда, больше некуда, да. Ну что ж. Что вы натворили? Выпустили зло. Надо идти мочить артефакт и... Какая разница? Артефакт нам... Надо сначала его, на самом деле, мочить, конечно. Он множит монстров, просто множит и все. Я атакую скелета. Надо от него избавиться, он будет бегать за мной, скотина. Все будут бегать. Хотя, на самом деле, можно перейти вон на уголок, на тот тайл, и тогда он не догонит. Да, ударь его, иди сюда, и потом быстро наконец-то рухают. Атакуем его. У него сколько? Один хитпоинт. Хилинг страйком. Слепным ударом под затылком. Под затыльник. Нет, не атакуем. Ну и вали наискосок, да. Я не буду валить наискосок. Так что на скелете не такое. Наискосок. Ты можешь свалить в этот тайл. Свалить к бабульке и потом ее бить. Бля, она там бьет, понимаешь ли. И потом меня смещает, к черту. Смотри, она наносит единичку удара и потом смещает. И откидывает в какую-то. Ну, либо сюда. А то если нанесет? Да. Ну, это если попадет. Ну, не знаю. То есть, нам все равно надо бить бабульку так или иначе. Где-то я вот сюда передвинусь. Ну, что за... Кто ты? Трус. Дварф? Нет, дварфы так не делают. Трусливый дварф. А, я же не могу. Это тактика. Да, это тактика. Не, ну, пусть мне издеваются. Это трусливый дварф, а не тактичный. Ты бы хотя бы тогда... Артефакт бы бил, что ли. Я же промазал, я не могу ударить. Он, да. Если он меня чернится... Ладно, нафиг. Все, разберемся. В крайнем случае, героически погибнем. Орк Драдж. Вот он... Черт, подожди, нет. Нет, я вот пойду вот сюда. Черт, он же Орк Драдж. Короче, Орк Драдж двигается вот сюда. Чардж. Целый все чардж, кстати. Скелетон. Чардж. Блядь.